Всем привет, ребята! Мы отдыхаем в Таиланде на Пхукете и хотим вам показать небольшой ролик про уличную еду на Патонге. Давайте посмотрим, что здесь такого классного делают. Около самого пляжа обедать, конечно же, дороже, чем если отойти на вторую линию. Но отдыхаем мы не каждый день, поэтому можно чутка переплатить ради вот таких прекрасных видов. И поехали по еде. Сколько она стоит? Вот такие вот блюда. 100 бат — это примерно 160 рублей. Ну, соответственно, умножайте цены на 1,6, на 1,7. Такие вот интересные сатешечки, шашлычки. Здесь делают напитки. Да, мы уже заказали у вас. В общем, ребята, если покупаете еду, засылайте лучше девчонку. Ей дадут какой-нибудь бонус. Вот нам, например, небольшой бонус к заказу дали. Сейчас я вам его покажу, смотрите. Какая вкусняшечка, посмотрите. Вау. А вот это наш бонус. Пару бананчиков и какие-то фрукты. Название пока не знаю. Взяли два коктейля, взяли креветочки в панировке. Все вместе это обошлось. Коктейли по 60 бат, а блюдо 150 бат. Ну, соответственно, 420 бат и фруктики бонусом. Вам нравится? Вкусно, да? Угу. Вот видите. О, ребята, невероятно вкусно. Просто немыслимо круто. Приезжайте в Таиланд, приезжайте на Пхукет. Патонг — это прям тусовочное, шикарное место, недорогое. Всем это доступно. Русские этот пляж любят. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк. И, конечно же, до скорых встреч. Пока-пока.